Всем привет! Сегодня мы с вами будем делать очень классный макияж, естественный. Я надеюсь, что вам понравится. Собираюсь, у меня сегодня съемочка. Пока не буду рассказывать, какая, но я уверена, что вам понравится. Сейчас я возьму... Кстати, с праздничком всех! Христос воскрес! Воистину воскрес. Так, ну что, начинаем. Я надеюсь, что основная масса людей подтянулась уже. Сейчас я положу... А, нет, хайлайтер я, наверное, сделаю в конце. Итак, сейчас мы берем с вами подложечку. Как обычно, это худо коричневого цвета. Мы берем с вами подложечку. Как часто я мою волосы? По степени загрязнения смотрю. Если уже не особо свеженький, то мою. Ну, это примерно раз в два дня. Бывает, что каждый день приходится мыть. Вот. Берем подложечку. Кладем на яблочко и оттушевываем в бок, как бы вытягивая глазик, и уводим вниз. Теперь берем пушистую кисточку. Какой же разжигатель посоветую? Посоветую же разжигатель «Жги жир» моего собственного производства. Мы его разработали с моей командой. Теперь оттушевываем по краю нашу подложку, также в бок. Вы уже сходили в церковь, осветили куличики, яички. Все. Оттушевали подложечку и делаем аналогично на второй глазик. Ой, кто-то уже заказал жир. Вы умнички. Правильно делаете, что начинаете работать над собой. Много девчонок уже у меня попробовали. И на всех сработало отлично. Все стройнеют, все замечательно. У меня не килограмм штукатурки, вы ошибаетесь. Килограмм штукатурки выглядит немного по-другому. Это когда у нас идет сначала влажная коррекция, затем сухая коррекция, затем еще там кучу всяких штучек, дрючек, жидкий хайлайтер, сухой хайлайтер. В общем, ребята, если вы не понимаете, то вам лучше не вникать в этот процесс. Делаем тоже на второй глазик. Сколько уделяешь времени на макияж? Ой, я очень быстро крашусь, мне хватает вообще иногда минут 15 собраться полностью. Макияж делать 3 секунды. В прямом эфире делаю его дольше, потому что мне еще приходится объяснять вам все тонкости, нюансы. Вот. Оттушевали оба глазика. Посмотрели на то, чтобы они были одинаковые. Ты такая хорошенькая, хочется обнять тебя. Ур-ур-ур-ур-ур! Спасибо вам! Так. Ну что ж. А сейчас приступаем к самому макияжу. Я увидела... Так, берем, короче, вот такие тени естественного цвета. Они такие нюдовые, матовые, розово-коричневого такого оттенка. Это Диваж. И дублируем вверх. Просто по подложке наносим эту тень.
проходим по складочке. Ну и оттушевываем в бок опять-таки. Ребят, по поводу сотрудничества, пишите мне, пожалуйста, в директ. Я здесь не отвечаю на подобные вопросики. Все, положили тенюшку. На второй глаз делаем то же самое. Но если вам не нравится, когда намалёвано, не мулюйтесь, в чем проблема. Зачем вы мне об этом пишете? На вкус и цвет, товарищи, нет, у всех свои предпочтения, правильно? Прошлись по складочке и вывели тень. Ты красивая и приятная, спасибо. А кто-то вспомнил меня, когда был в Пушкино. О, кто это присоединился на прямой эфир? Неужели Андрей? Я так ждала тебя, так ждала. Ты был мечтой моей. Так, собираюсь я. Сначала у меня репетиция. Кстати, репетиция концерта, который будет 12 мая. Я буду петь. И потом у меня будут съемки. Потом расскажу, что за съемочки. Так, сейчас я возьму еще одну кистюшку. И этой кистюшкой мы с вами положим вот такую вот интересную тень. Такая она вроде естественная, но вроде яркая. С праздником, дорогая. Спасибо вас тоже всех с праздником, с этим светлым. И я кладу эту тень на нижнее веко. Делаем ее поярче. И на второй глазик то же самое. Дублируем несколько раз, чтобы у вас тень была насыщенной. Так, а на начало глазика я положу очень прикольный пигмент, вот такой розовенький. Когда смоки покажу, ну, давайте, как у меня будет настроение смоки айс, я вам обязательно его покажу, хорошо? Просто мне пока что не нужен такой макияж яркий. Так, вот он пигмент, это Теми Тануки. Я им очень часто пользуюсь. И я кладу его в уголочек глаза. Чуть мимо, но ничего страшного. Сейчас мы это уберем. Лиза, накрась меня, да с удовольствием. Пишите мне по таким вопросам в директ. Если нужна косметика Oriflame, обращайтесь к Андрею. Он, кстати, начал работать наконец-то. Наконец-то он не бездельничает. Хоть косметику начал распространять.
красота у нас получается. Сейчас я еще нашлифую. Розовенький. А на второй глаз то же самое. Как обычно. Красавица. Ой, спасибо. Вот что у нас получается. Сейчас я еще накрашу глазки тушью. И это будет замечательно просто. Смотрите, что выходит. Красота. Так, сейчас я под бровку положу хайлайтер. Мой любимый. Блестящий. Вот они полетели, блесточки. Так, положу на скулу и чуть выведу тень в кожу этим хайлайтером. Буду сильно сияющая, как звезда. И под бровку. Такой получается естественный, очень красивый макияж. И здесь немного растушую. Так, сейчас еще в уголочек внешний я положу вот сюда темную-темную тень, чтобы у меня был глаз вытянут. Вас тоже всех с праздником. Беру вот такую коричневую тень, темную, и кладу ее вот прям на самый-самый уголочек. Видите, да? Глазик у нас сразу вытягивается. Все, что упало, мы кисти сметем. Как метелочкой. Но я хочу сейчас зайти в церковь перед тем, как поехать куда-либо. А так, ну, не знаю, никакого такого прям застолья или чего-то еще. Нет, просто яичками бьемся. Ну и раньше я еще ела кулич. Но у меня вчера были проблемы с желудком. Поэтому я сегодня не рискну, наверное, поесть кулич. Вот что у нас получилось. Сейчас я накрашу реснички тушью, и будет вообще просто невероятно. Страшно красиво просто. Давайте еще какие-нибудь вопросики. Так. Какие проблемы с желудком? У меня обострился гастрит. И я вот вчера весь день загиналась. Вот так бывает. Но это сезонное. Обычно те, у кого гастрит, знают о том, что осенью, весной может быть обострением. Так что это нормально. Мой самый главный наркотик — это мой друг Андрюшка. Он мой наркотик, мой никотин. Да, я пойду в церковь.
У меня рядом с домом Елоховская церковь большая, красивая. Вот, кстати, хочу вам дать один совет. Если вы не знаете, какой сделать макияж, допустим, есть очень крутой сайт. Называется, приложение точнее, называется Pinterest. А, вот. Туда заходите, и там очень-очень много идей для макияжа, для причесок, для каких-то поделок. Вообще там, короче, такой сайт гениальный. И вы открываете любую картинку вам понравившуюся, и он внизу еще выдает вам похожие запросы, то есть похожие картинки, и вы можете найти вообще очень много для себя интересного. Поэтому он называется Pinterest. Ну все, макияж почти готов. Всем привет, кто недавно присоединился. Какими шампунями я пользуюсь? Я купила недавно себе какой-то профессиональный шампунь для непослушных волос, для блеска, короче, какой-то, чтобы увлажняющий какой-то, который укрепляет, восстанавливает волосики с какими-то маслами. Бальзам у меня обычный RCF, по-моему, так он называется. И после мытья я наношу на волосы, на влажные, жидкий шелк. Очень прикольная штука. Она прям обволакивает ваши волосы, защищает, создает пленочку на них. Можете сушить, и не будет такого негативного воздействия на волоски на ваши. Андрей был на доме 2, один день, его потом выгнали с позором, потому что он написал в костер, который на лобном месте. Хотели из страны депортировать за это. Позорник. Мне до сих пор за него стыдно. Ну вот и все. Сейчас еще накрашу губки каким-нибудь бальзамчиком, если у меня здесь есть под рукой. Да. Я же сделала недавно татуаж, они у меня такие сейчас сухие, вы не представляете. Сейчас я вам покажу при дневном свете свой макияж. И надеюсь, вам понравится. Христос воскрес, воистину воскрес. Смотрим. И оцениваем. Ну как вам? Мне очень нравится. А сайт, еще раз я вам назову, Pinterest. Английскими буквами. Желаю всем хорошего дня. Поздравляю еще раз всех с праздником. Пока.